Боец в красном углу, город Хабаровск, Николай Половников. Дамы и господа, как всегда, аплодисментами приветствуем бойцов. Итак, спортсмены представлены. Через несколько секунд начнется бой. Василий Пирко находится в синем углу ринга. Благовещенский спортсмен. Я напоминаю, что это второй бой на 10-м международном турнире по версии драка. Моим сокомментатором является чемпион мира по версии драка Дмитрий Тюкалов. Дмитрий, расскажите, чем правила по версии драка отличаются от К1, ну, профессионального кикбоксинга? Значит, прежде всего, формулы боя. Значит, это жесткая версия. Здесь помимо ударной техники разрешена также бросковая техника, работа в партере, болевые, удушающие и ударная техника в партере. А что запрещено? Запрещены удары локтями в полном объеме, как в стойке, так и в партере. Запрещено пинать лежачего по голове. Ну, мы говорим для зрителей, которые, в принципе, может быть, первый раз смотрят, будем стараться говорить бытовым языком, чтобы было понятно. Также здесь присутствует партер ограничением в 30 секунд. Опять же, все это построено для того, чтобы сохранялась динамика боя, чтобы спортсмены, скажем так, не отлеживались, а работали в полном объеме. Итак, в первом бою вы были за Дмитрия Щербакова, но он уступил. Кого вы считаете фаворитом в этом поединке? В этом поединке, ну, если представить соперников, значит, Пирко является, скажем так, классическим ударником, то есть школа того же кикбокса, К1, Муай-Тай. Главный конкурс этой осени продолжается. Николай представлен смешанной техникой, то есть у него... Вот сейчас именно он перешел в партер. Да, он перевел, значит, видим, что Пирков пытается провести удушающий прием. Николай. Но если сейчас спортсмены проведут 30 секунд в партере, то их поднимут, верно? Да, да, будет именно так, и в принципе. А кто чаще всего побеждает? Ударники, такие как Благовещенец, или хабаровчанин, который больше борцовскую технику проповедует? Значит, ну, по крайней мере, мы с первых секунд первого раунда видим, что Пирко доминирует в стойке, и, ну, Николаю довольно-таки тяжеловато сопротивляться этому бойцу, потому что, ну, в стойке видно, что подготовка все-таки у Василия гораздо лучше. Вот Николай попробовал провести удар бэкфист, второй получает раз встречный в голову. Вот видим, что пока у благовещенского спортсмена получается лучше проводить удары и не старается подойти он близко, чтобы не оказаться в партере. Да, он выполняет свою работу. Прекрасно видим, что он пытается сохранить позицию именно в стойке. Ну и, наверное, попытается закончить этот бой именно тоже в стойке. То есть довольно-таки увесистые удары, как руками, так и ногами. Николай собирает. Довольно-таки открытая голова. У меня есть вопрос, а вот перчатки, в которых борцы, ослабляют ли они силу удара или нет? Или практически кулаками дерутся? Вы имеете в виду дерутся? Те перчатки, которых сейчас выступают бойцы, на спортсменах. Да? Значит, это ударно-захватные перчатки. Специально сделаны для того, чтобы можно было производить захваты, приемы борьбы. Поэтому перчатки довольно-таки, ну, они меньше унций, нежели боксерские перчатки, которых выступают спортсмены по К1. Ну, видим окончание первого раунда, вот, что, к сожалению, не в пользу Николая. Да. А Василий Пирко, сейчас мы видим его в синем углу ринга, благовещенский спортсмен. Кстати, совсем недавно, в августе, он одержал победу над хабаровчанином.
Ну, вы сейчас попытаетесь вспомнить, над кем же одержал победу благовещенский спортсмен. Я надеюсь, что вновь он сможет одержать победу над хабаровским спортсменом. А мы сейчас видим в красном углу ринга Николая Половникова. Нелегко пришлось ему в этом раунде. Предпочитает он борцовскую технику, в отличие от благовещенского спортсмена, который предпочитает именно ударную технику и бить. Кому бы вы отдали преимущество в этом первом раунде? В этом раунде однозначно победа должна быть отдана Василию Перко, потому что, исходя из картинки боя, мы видели, что Василий был лучше. Ну вот сейчас вновь не дает перевести своему сопернику в партер поединок благовещенский спортсмен. А здесь тоже в финальной части обычно все решается? Или все-таки больше нокаутов происходит? Ну, опять же, все время останавливаюсь на одном, что все зависит от подготовки бойца. То есть вот мы сейчас видим, что Николай опять пытается провести работу в партере. То есть перевел Василия вниз и пытается добивающими ударами закончить. Сейчас вот у него есть 30 секунд, нужно благовещенскому спортсмену удержаться. Да, и мы видим, что Николай, да, лучше в партере. Ну, посмотрим, как на самом деле сейчас. Я думаю, времени не хватило ему. Василий Перко, мы видели, специально вышел за пределы ринга для того, чтобы остановили время в партере. И ну, к сожалению, да, спортсмены используют разные хитрости, и такие, как уползание за ринг. Ну, рефери им обычно не позволяет этого. То есть он возвращает опять все в центр площадки. Ну что ж, хабаровский боец выровнял несколько картину боя. И сейчас, я думаю, равное противостояние между благовещенцем Василием Перко и Николаем Половниковым из Хабаровска. Середина второго раунда. Бой идет по версии драка. То есть бои без правил. Нет, к сожалению... Правила существуют. Правила существуют. И, к сожалению, к счастью. Я поправлюсь. По простой причине, что бои без правил это не оправдывает свое название, потому что во всех направлениях вот есть именно, свои правила. Есть свои правила, да. Ну что ж, вновь благовещенский спортсмен идет вперед. Мы видим, что Василий устал, ему уже трудно, потому что у него доминирующая школа ударная, а борьба, как мы знаем, она, конечно, очень сильно изматывает, изнуряет. Неплохо взял за шею, возможно, сейчас произойдет удушение. Все. Все. Сдача, чистая победа Николая. То есть... Николай одержал победу. Удушающий прием во втором раунде. Итак, хабаровский спортсмен Николай Половников одержал победу во втором бою по версии драка. Удушающим приемом досрочно закончился этот поединок. Дамы и господа, вы все видели. Итак, удушающим приемом победу в этом бою одержал Николай Половников. Город Хабаровск.